Представители областного управления МЧС провели профилактическую встречу с работниками Новополоцкого биомехзавода. Последним рассказали об основных причинах пожаров и алгоритме действий при их возникновении. Напомнили коллективу также правила безопасного поведения в быту. На кургане «Бессмертие» в Полоцке 9 мая выступит ансамбль казачьей песни и танца «Маме нравится». В программе старинные композиции в современных аранжировках, яркая хореография с трюковыми элементами. Начнется концерт в 13 часов, вход свободный. В читальном зале детской библиотеки имени Маршака открылась книжная арт-выставка «Автографы Победы». В экспозиции представлены тематические художественные и документальные издания, статьи, очерки, а также открытки. На выставке можно найти и серию документальных фильмов «Города-герои». По итогам первенства Беларуси по киокушинка и карате среди юношей до 18 лет полоцкая команда заняла первое место. Также в личном зачете отличились 6 спортсменов. Назар Вартанов, Антон Приданов и Матвей Стальнов взяли золото. Артем Киреев и Егор Черниенко завоевали серебряные медали. Максим Шершень стал бронзовым призером.